Вот еще одна заготовочка. Но я ее вот так вот прямо ставлю. Вот так вот мы вот в этот молд еще добавлю смолы с какой-нибудь красочкой и посмотрим, что получится. Добавила блесков и сейчас мы сюда вот зальем. Все залила до конца кончик. И оставляю на 24 часа уже. Так вот. Еще немножко уйдет получше. Четыре часа постоит. Так, все, смола у нас застыла. Сейчас будем вытаскивать. Неровность. Сейчас придется подшлифовать, выровнять. Шлифовать буду от 80 до 5000-ной. Восемьдесят до 5000-ной. Мелкое мне вот так вот удобнее шлифовать. Ролики много не наношу, изделие маленькое. И вот на таком круге шлифов. Иногда на маленьких губках.